Здравствуй, Зиара ханым. Здравствуйте. Что ты здесь делаешь? Я все здесь гуляю и хожу картины. Смотрю картины. А я думал, ты участвуешь в выставке. Участвую. Ну, участвую тоже. Я. Хорошо, хорошо. Значит, участница сегодняшней выставки. Какая работа выставлена твоя? Вот это. Как называется? Чайник. Чайник, хорошо. Чайник для чайников, я понимаю. Зиара ханым, в какой школе ты учишься? Нормально. Как, что за школа, где находится? Она находится, 230 школа. Хорошо. Сколько тебе лет? 12. В семье, в роду были художники? Ну, у моей мамы был один художник, он был непризнанным. Да, походу, хорошо. Вот меня ему передались ко мне гены. Верю. Прекрасная работа, хороший раз. Спасибо. Давно участвуешь в выставках или первый раз? Ну, давно. Так. Не первая. Я понял. Наверное, все начиналось со школьной выставки, я так понимаю, да? Наверное, одноклассники болеют за тебя. Да. Спасибо, Зиара ханым. Удачи тебе. Спасибо огромное. Вам тоже удачи с вашим журналом. Спасибо.